Около сотни застройщиков Юга России принимают участие в выставке недвижимости в Экспоград Юг. Она открылась сегодня и завершит свою работу в ближайшее воскресенье. Это новый проект, который станет крупнейшей площадкой для презентации объектов строительного комплекса. Один из участников масштабной экспозиции – группа компаний «Ава». Застройщик представил сразу два новых объекта. Спрос на недвижимость класса «Комфорт-эконом» в ближайшем будущем вырастет, прогнозируют представители компании. Застройщик предлагает посетителям выставки особые условия на ее приобретение. Сегодня мы представляем два наших новых и абсолютно разных объекта. Апарт-отель «Президент» и жилой квартал «Мечта». Эти объекты были представлены на международном экономическом форуме в Сочи и получили высокую оценку. В обоих случаях акцент сделан не просто на квадратные метры, а на образ жизни, комфорт и доступность для будущих жителей. Отмечу, что группа компаний – это многопрофильный холдинг, в который входит 11 компаний в сфере строительства и инжиниринга. О надежности и компетентности застройщика говорит тот факт, что инвестиционные соглашения с администрацией города и края уже подписаны. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, компания сдает объекты в срок. К примеру, в июле были введены в эксплуатацию сразу два объекта в Карасунском округе – жилые кварталы «Марсель» и «Гарант».